Привет, дорогой друг! Сегодня я хотел бы рассказать о уникальной экшн-камере Econ H9R. В данном случае модель H9, потому что R означает пульт управления дистанционного. Вот такая камера белого цвета пришла. Вот. Заявленное разрешение 720, ну просто HD, 120 кадров, Full HD 60 кадров, там 2К, то есть Super HD 30 кадров и 4К, то есть Ultra HD 25 кадров. Ну, 4К, конечно, слабовато, но Full HD снимает, в принципе, нормально. Камера имеет вот такой объектив, такой вид. Сверху лампочка, индикатор, кнопка. Здесь кнопка включения. Вверх-вниз кнопки для просмотра снятого материала и также для подключения Wi-Fi. Micro HDMI. Здесь мини-USB. И слот для карты micro-USB. Лучше использовать класс 10 micro-USB. Ой, micro-SD карточек. 10 класс. Ну, в принципе, у меня здесь стоит на 16 гигабайт, это вполне хватает. Хотя видео очень объемное. Сразу расскажу о том, что... Ну, в видео я еще приложу образцы фотографий. Дело в том, что сейчас они научились делать... В Китае научились делать такие... В общем, характеристики, что... Фотография... В характеристиках там указано, что... Она... Ну, допустим, там 14 мегапикселей, да, вот как заявлено. Она пишется также в свойствах, что это действительно 14 мегапикселей, но по факту это такое редкостное говно, что там мегапикселя 3 максимум. Как на телефон, даже, наверное, не 3, а меньше. В целом я скажу, что Full HD при 60 кадрах снимает вполне недурно. Вот. Если гнаться сейчас за 4К или там, ну, допустим, за Ultra HD или Super HD, то я сейчас пока не вижу в этом смысла. Эти камеры не выдают того желанного изображения, которое мы ждем от Ultra HD. К сожалению, да, пока что вот так. Но я не стал бы, конечно, яро там пропагандировать за покупку камер GoPro, потому что GoPro, я бы не сказал, что далеко... Я бы не сказал, что далеко ушло от, например, этих камер. Вот. И в случае того, можно сказать, что камеры ориентированы, конечно, на съемку видео, нежели на фотосъемку. Поэтому фотографиям здесь отводится качество достаточно плохое. Вот. Но можно сказать, что комплект идет стандартный. Там коробка такая, вот тут, в общем, всякие крепления. Крепление на голову, крепление на грудь я докупал. В Китае они стоят очень дешево достаточно, я бы сказал. Там где-то на грудь может 200 рублей, на голову там 100 с небольшим. Ну, то есть вот так. Стоит камера около, там, ну сейчас по нынешнему курсу где-то 3000. Вот с таким набором. Монопод, который идет в комплекте, если там заказывать разные комплекты, то монопод, конечно, редкостное фуфло. И он... не работает там, то есть это просто как выдвижная телескопическая палка, вот и все. Вот, и ну я докупил себе видеокран, ну, правда не в Китае, а уже у нас, видеокран-удочка для съемок экшн-камеры, очень удобный. Такая вот штука. И примеры фотографий на эту камеру и примеры также видео Full HD, они будут дальше в видео. Все, спасибо всем, пока, удачи!